ладно. Ну, такие вот люди, вот они, хоккеисты бывшие. Выиграли только ухом жуков. Так, ты мне купил там пельмени сегодня. Тяжелая жизнь, пророк, сейчас. Тяжелейшая. Выживать. Куда-то ехать петь. Люди помирают пачками сейчас. Я понял, Ярцы, да? Везде. Тоже говорят, да, обсыпание самолетов там и такое. Ну ладно, это их не проблема. Так, год быка. Год крысы был. Тяжелейший, тоже помирает. Но ты что прогнозируешь? Как вот быка. Баба у тебя есть или нет? Разумеется. Ах ты! Ах ты! Ах ты! Я похоронил прошлый год Валюшку, свою жену, 24 октября. Вот мы все 22 находимся. Будет год, так я нет. С ума схожу. Будто сволочь на солнечной. Я там, ну это ладно. Аферистку. Для таких женщин никогда не видел. Конечно, песни царя еще жестче. Это с такими. Но это честный человек. Я не могу не обманывать, не воровать. Наркоман нет. Пользуясь случаем, я делаю тебе бесплатно. Там 2000 это стоит. Серенький. Кого ты хочешь поздравить, своего друга, когда это будет день рождения? Ну, это ближайший день рождения. Кого? Подумай. Кирилла. У меня есть лучший друг. Лучший друг? Да. Есть? Разумеется. Но он меня не оскорбляет. Нет. Конечно. Все понял? Все с уважением. Если не оскорбляет, пожалуйста. Я-то так и знак. Ну, слушай, что я делаю такого? Человек, женщина, да, вот он, Ники. Он сидит. И это вот жена его, а он работает на приемке металла. И ходили бомжи со всеми металлами, я снимал о них репортажи. Хорош, они все померли. И вот он прикалывался, ее муж, их уже нет живых. И до сих пор прикалывается. Это очень стыдно для тебя, товарищ. Очень стыдно. Их уже нет живых. Гроша, Ленина. Они приносят металл, говорят, а тебе сам бой снимал. Посмотри, какую херню там договорил. Не херню, все правду. Опа, птица. Так, кого ты хочешь? Кирилла. Кирилла? Все. С днем рождения. Да, да, с 25-летием, 4 ноября. 4 ноября. Нет, он 5 ноября. Ну, понял. И птица летят. А какого года рождения, Кирилл? 96-го. Вот, крыса, хороший год. Стоп. Тут вот 97-й, как Наполеон, как Гитлер. Это мощные люди. Вот быка. А вот окружают их крысы. Вот 96-й, рядом. Буквально через годик, да? Ну да. Ну что, Кирилл, помогай, если у тебя есть друг, человечек есть в Ютубе, пусть разблокируют все мои каналы, связанные со словами «Пророк Санбой» Геннадий Чернецов. И когда, мне кажется, этот мир немножко перекорнется. А то из-за херню эти каналы заблокировали. Ну, ярцевские дураки эти вот, завистники. Я тебе сейчас хочу объяснить кое-что маленькому человеку моему, то маленький пример. В России только умеют грабить, убивать и, самое страшное, все население, радоваться чужой беде. Радоваться чужой беде. Мне это позорно, да? Радоваться чужой беде, а? Задумайся вот эту фразу. Ну, разумеется. Это страшная фраза. Радоваться чужой беде. Само собой. Пророк Санбой. Кого найти такое, а?